И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Ark Survival World. Все так же на выживалочке. Точнее, все так же выживалочка, все так же на официалочке. В общем, что произошло за этот период? Да практически ничего. Произошел стрим по Dark and Light, и я теперь все-таки думаю поснимать, не знаю, насколько будет длинный сезон, но будет сезон по Dark and Light обязательно, потому что мне понравилась концепция MMORPG, в которой ты можешь притомить любых динозавров, любых животных, и ну, или практически любых, но при этом это обычная старая добрая MMORPG, а не как говорят: «О, это же Ark!» Вот, нет, народ, это Dark and Light — это не Ark, это типичная MMORPG, но с элементами строительства и выживалки. И еще когда ты вздыхаешь, ты теряешь абсолютно все, а не какую-то часть там. Да. Никогда не любил такие MMORPG, но когда это касается такой выживалочки, это приобретает другой вид. Что, кстати, у меня вот такой скин Череп Рекса у меня откуда-то появился. Не знаю, что за фигня, но пущай будет. Так, кстати, ну-ка, показать эмоции, показать шляпу. Их не топ. Да, вот, пожалуйста, скин Рекса у меня появился откуда-то. Не знаю, откуда, не спрашивайте, вообще не знаю, даже близко не знаю. Что еще? Да, я тут печек позаставил, как видите, у меня динозавров не хватает, и у меня сёдла лежат. Я их выгрузил. Да, я переезжаю. Как я уже говорил, кстати, на центре добавили туман. Так кайфово, просто такой, смотрю, все затянулось. Вот этих островов ничего не видно, у того брон такое как видно. Вот здесь такое как скалы видно. Так тупо туман, дым виден. Ё-моё, я только стою, ё-моё, вообще ничего не видно. Ё-моё, просто как это кайфово. Выгрузил своих Дина. Я человек такой меркантильный, и мне жалко моих динозавриков. Мне жалко мои ресурсы, мне жалко мои труды. Ну и, конечно же, по большей части я страдаю из-за динозавров. Лут бы я тупо выкинул бы, и все, я бы забыл. Но динозавров мне жалко. Поэтому я перемещусь, к Кемерово Фейл, на их сервер, где они играют. Возможно, я еще там поснимаю пару серий. То есть я построюсь около них и посмотрим, что будет дальше. То есть в целом все мое переселение будет занимать, я думаю, пару серий. Первая серия будет разведка и перемещение туда, а вторая серия, я думаю, будет строительство, это как минимум. Вот такие вот дела. Сейчас пытаюсь луч найти, хоть какой-нибудь не стоящий где-нибудь в полной жопе. Но таких не найти мне, по ходу дела. Вот, собственно, переместил я туда уже на луч. Так, Анхило, Дедикурус, Кастроидес и Птер. Да, я, получается, четверых пока что только переместил. Но, как бы, четверо — это уже здорово. А, нет, там же построились уже. Да, кстати, вон на том острове, где лучше, там уже построились. Такая приличная база стоит. Ну, как база одно название. Но суть в том, что там уже построились. Поэтому я туда немножечко не вижу смысла лететь. Я, кстати, себе приобрел новую мышку. Мышку такая за 400 рублей, на 390, короче. Вот, за 400 рублей. Она такая простая, обычная. Вроде в руке лежит удобно. А самое главное, нет такого, что у меня срабатывает двойной клик вместо одинарного, а иногда вообще ничего не срабатывает. Это просто меня бесило. Вы не поверите, как бесило. Иногда просто из-за этого я сливался. А, кстати, синий луч вообще там в воде оказался. Да. Чё-то когда нужны лучи, ни одного нету. Погнали туда, сгоняем.
Вот, в общем, немножечко здесь полетал, побродил, пособирал ресурсы, дофига цементной пасты налутал, я не знаю, куда ее девать, блин, я... И жалко оставлять, потому что я знаю, что штука нужная, и с собой забирать тоже немножко не вижу смысла. Я состряпал много построек, состряпал, по сути, дом из металла, 3 на 3, стены, потолок, фундамент, так что с этим у меня заморочек будет меньше, то есть у меня уже будет постройка металлическая. Вот, и построил 5 бегемотов, я там, я сначала хотел свой остров уже обкруживать, все делать как надо, но знаете, я как-то устал. И вот у меня клинануло тогда, я все, я думаю, не, надоело. Вот, и тогда я решил, что нужно переключаться на большие рейды, чтобы мне не надоедала игра. Игра мне конкретно просто уже надоела. Игра прикольная, но она надоела. И поэтому я, собственно, и перемещаюсь на... сделал голосование, где вы проголосовали за мод сервера. Честно, не знаю, пока что еще мод, не мод. Возможно, для начала все-таки я выберу просто большие рейды. Блин, видите, сраные лучи хоть один. Возможно, выберу просто большие рейды, вот, но туда не хочу, там, no mercy. Но, в общем, сначала я Dark and Light обязательно буду играть. Я хочу посмотреть эту игру получше. Мне прикольнула концепция MMORPG. То есть она мне прикольнула именно... Если просматривать просто тупо как MMORPG, она мне прикольнула. Если просматривать ее как выживалка, пока что еще не ощутил там вот этой выживалки. Но, допустим, что-то скрафтить и так далее ты себе можешь. Ну вот, поэтому как бы пока что будет все так. Блин, я, короче, задолбался, я буду жать этот луч, наверное. Так, ну, вроде как луч приземлился. Маяк, точнее. Да, это же маяки, маяки. Вот, вроде как приземлился, и все замечательно. Вот, существа, вот они мои. Данные, вот они мои. Можете поставить на паузу, посмотреть. Долго здесь засиживаться я не буду. Вот, такие вот дела. Ну, понятно, этого птера я пока что выгружать не буду. Пускай он... мне он нужен, как бы, по сути. Мне же как надо до дома добраться. Вот. И как бы до дома далековато. Сейчас что я буду делать? Я буду готовить киблы, так как яиц у меня много, и мне их жалко. У меня есть яйца, у меня есть... овощи. Так почему бы не приготовить по-нормальному киблы? Вот, заодно и дождусь, чтобы заспавнился луч здесь, ну, либо там на углу. Вот, поэтому как бы сейчас на данный момент я буду строиться, ну, стряпать себе киблы, вот, так сказать, заниматься варкой. Вот, именно для этого я провел себе кран вовнутрь дома, как видите, да, стоит у меня. А, кстати, вы же не знаете, у меня здесь стоит 5 дилок. И две турельки, в которой 95 патронов. Да, я турельки состряпал себе. Прикольно, почему бы и нет. Вот, по идее, можно будет еще попробовать состряпать патрончиков, но пока что я это делать не буду. Ну, посмотрим, что все будет в процессе. В процессе создавания. Потому что, видите, селитра у меня чутка мало, чутка очень мало, я бы даже так сказал. Вот. Ну, а топлинский потихонечку добывается. Вот, чертежики я заберу какие-нибудь нужные, к примеру, вот этот чертежик вполне хороший. На седло заберу чертежи, они обязательно мне пригодятся. Не факт, что всех, но все, но все же. Вот. Так что посмотрим, что да, когда где. Вот. Ну а пока что я буду стряпать себе вот в этом котле киблы. По факту у меня есть киблы из... ну, то есть могу из анкилозавра 3 штуки сделать, если у меня мясо будет. Там вроде первосортные надо, поэтому не факт, что я их, у меня получится взять, сделать. Вроде смогу сделать птернодона,
Дила и Дилофазавра. Ну, может, еще паразавра состряпаю, если получится. Вот, и также нужно будет сейчас мясо пожарить. Вот, кстати, туман. Ну, кстати, сейчас туман такой послабее. Послабее, да. Тогда вот этих гор не было видно. И вон тех. Но туманчик, вы сами видите. Кайф. Реальный кайф, мне нравится. Вот этот эффект тумана добавили, это здоровски. И как видите, внутри тоже такой туманчик. Да, все здорово. Ну а я тут кашеварю. Ой-ой-ой-ой, водичка закончилась. А по ходу дела собираю еще и шмотки. То есть мало того, что я кашеварю, я еще и шмотки собираю. Вот. Просто, допустим, можно было бы взять яйца, да, к примеру, не заморачиваться. Ну, опять-таки же, с другой стороны, мне пришлось бы опять бы все это выращивать и так далее. А так вот они, киблочки. Киблочки. 50 килов. Это хватит на двух топовых птеров. А этого вполне будет достаточно лично для меня. Так, такие вот дела. Так что я потихонечку собираюсь, подготавливаюсь. Вот. И варю киблочки. Так, что у нас можжевелька? Вот она, можжевелька. Оп, здорово, здорово. Такс, ну да, все замечательно. Я здесь еще, я что-то наркобарики собрал. Вот, собственно, делаю потихонечку все это дело. Блин, ну ладно. Делаю все это потихонечку дело и, собственно... Ну, не пропадать же добру, вот что-то типа того. Поэтому, как бы, тоже все легко и просто. Вот, оставлю здесь для рейдеров вот этот вот подобный хламчик. То есть, ну, те ресурсы, которые они могут сами себе по факту изготовить без лишних заморочек. Вот, я им это оставлю, так уж и быть. Ну, пущай будет. Вот, только вот сейчас вот это себе все починю. Так, 20 литков металла это я починить не смогу, так что, ладно. Вот, собственно, заберу винтовку хорошую, заберу хороший арбалет, броньку, понятное дело, все заберу. Так, вот это вот так вот, а это вот сюда. Вот это вот все скидываем. А вот это вот все одеваем. Вот, теперь куда более круче выгляжу, да? Удобрения все оставлю здесь тоже. Смысла в них не вижу немножко. А, надо станок себе состряпать. Точно, надо станок себе состряпать. Только у меня вроде бы нефти нету. И когда я пытался за нефтью, а я не пытался за нефтью сгонять. Да, вот, точно, надо будет станок себе состряпать, чтобы у меня сразу же там стоял станок. Не помню, из-за чего я не стал его сразу создавать. Забыл уже. Ну, может, и тогда я забыл, отвлекся и так далее. То есть, как бы, не исключено. Вот, поэтому, как бы, а может, меня кто-нибудь спугнул, и я пошел, типа, там, пытаться лутать, а в итоге меня спугнули. И это тоже не исключено. Вот, поэтому, как бы, сейчас, я думаю, надо будет сгонять за нефтью. Заодно перегоню нефть в бензин. Ну, вот. А, кстати, чертежи, да. Чертежи тоже надо забрать. Допустим, пик обязательно, это нафиг, вот это пригодится. Ну, седла я все забираю. Шлемачок, это я умею изготавливать. Броня. Ну и все, а это по факту мне все не нужно. А, ну вот эту еще бронька забыл. Замечательно. Замечательно. Собственно, вот осталось вот это вот и все. Ну да, седла я с собой не беру, потому что они тяжелые. Ну вот. Вот это осталось. Возможно, я цементной пасты вот так вот и нахапаю с собой. Почему бы и нет? Они весят по единичке, почему бы и не хапнуть все это дело. Вот так вот, типа, оп, и уже цементной пасты дофига. Как говорится, почему бы и нет? Так, вес, видите, всего лишь соточка. Так что все вполне нормально. Здесь, наверное, ничего брать я не буду. Вот, такие вот дела, потихоньку собираюсь. Вот скажите, вам грустно от того, что, так знаешь, пыжишься, вроде пытаешься что-то состряпать, да, потом бах, клинит и все, и ничего не охота, просто ничего не охота делать. Мне грустно от этого, честно, вот, мне... Очень от этого грустно. И
Вот только из-за этого мне, знаете, это, пожалуй, единственный раз, когда я могу точно сказать, уж лучше бы меня зарейдили, чем вот так вот покидать свой дом. Не очень, не очень чувство. Вот из-за всего вот этого я сейчас вот этой всей фигней страдаю с переносом динозавров. Динозавров и жилья. Да, я очень рассчитываю на то, что они хотя бы там подольше проживут, нежели здесь со мной. Кстати, вяленое мясо, что-то пару штучек не хватает. Вон, так, давай все скину, весь стак пускай будет. Да, грустно, грустно, но что поделать. Ну, а с другой стороны, начнется новая игра. И не, я не про Dark and Light, а про новый сервер. Да, я поиграю в Dark and Light, я немножко отдохну от арка, отдохну от этого всего сумасшествия. Но я в арк точно так же вернусь обратно, и не надо переживать по этому поводу. Я думаю, я вернусь ближе к осени, это 100%. О, так что не переживаем. Так, нефть, кристалл, слиток металл, цементная паста. Цементную пасту там всю хапнул уже, да? Подчистую. Да, я ее всю хапнул, блин, жадоба. Схватился, блин, за всю цементную пасту схватился там сразу же. Вот, поэтому как бы новый сезон... Я подумал, где у меня будет новый сезон, моды или не моды, но, как вариант, я для начала все-таки буду просто на больших рейдах играть. Да твою мать, все бутыли собрал ненужные. Вот, поэтому как бы там будет видно что-то, когда где. Я очень рассчитываю на то, что вы будете продолжать точно так же смотреть мои видосы, так как я делаю их только для вас, потому что если бы я бы хотел... Я бы просто бы сказал, чуваки, давайте, короче, я пошел играть. Я не хочу снимать, короче, ну, по факту он так постоянно бывает, я не хочу снимать. И именно из-за нужды в съемках у меня порой пропадает желание играть в игры. Вот, поэтому как бы я бы просто бы не снимал. Ну, так как у меня уже появились подписчики постоянно, которым интересно смотреть мои ролики, поэтому я вынужден, просто-напросто вынужден снимать все это дело. Блин, додошки, ютрич, ваш мадрич, вот тут, блин, их тоже надо перемещать. Всех дилок без вариантов надо перемещать. Ты кошмар просто. Мне жалко их оставлять. Пушки, кстати, надо будет снять обязательно. Обязательно надо будет пушечки снять. И туда поставить. Я что, зря генератор, что ли, делал? Это тоже все нужно будет сделать. 4 кибла осталось. И я пойду лутать нефтяшечку, чтобы сделать станочек сразу же. И все будет здорово. То есть у меня сразу же будет стоять станок, сразу же будет стоять верстак, пару печек поставлю. Ну, там, как бы печки-то это фигня сделать. Вот, как бы, уже все хорошо. Ну и, конечно же, нужно будет сделать эту кормушечку. Раз, два. Да, металл на кормушечку забрал немножечко, чтобы он у меня все-таки остался. Чтобы не пришлось опять бежать лутать. Ну, может, подлутают, там видно будет. Ну вот. Ну а пока что вроде как кибл уже заканчивают свое создание. Чуть не замерз до смерти, пока летал в эту странную зиму. Ух, кошмар какой-то. Еле как выжил. Повезло. Но зато залутал нефть и металл. Чуть-чуть. Самая малость. Так, совсем малость. Ну, хватит зато. Ну вот и все, приготовился полностью. Полностью все занимает 70 слотов, да, это ровно 70 слотов все занимает. То есть, как видите, я создал кормушечку сразу же, создал еще одну кирку, на всякий случай пригодится. Станок, кстати, верстак не создавал, но у меня есть слитки металла, так что вот они есть, так что это не проблема. Две кровати создал, то есть, как видите, еду взял, топливо. Если это все взять, то у меня все нормально по весу. Но пока что я это брать не буду. Мне же нужно сначала разведать. Так, вот эти бутылки-то
здесь пускай лежат. Так, мясо, киблы сейчас обратно. Это я просто все подготавливаю для себя. Мясо, киблы, все обратно. Кемерово Фэллотсон написал, а именно Женя написал, спросил, они все еще там зарыжены или нет. Пока что тишина, поэтому я думаю, сначала нужно сгонять, разведать. Так. Разведать. Разведать я, наверное, сгоняю в пустышке, а именно в тканевой одежде, либо в кожаной одежде. Вот. Без ничего. Вот так вот и вот так вот. Так, все, вес 0, замечательно. Так, здесь у меня должна быть кожаная одежда. Вот она. Кожаная одежда. Все замечательно. Так, возьмем арбалет и стрелы возьмем. Ну, я их так и так здесь собирался оставлять, так что почему бы с собой и не взять. Так, закрываем все. Я их всех уже в целом сюда перевел. Да, они у меня уже сидят в плоту. И ждут тогда, когда я скажу, чуваки, погнали. Здесь все пусто. Вот, все закрою. Да, все двери закрою. Все сделаю так же. А, ну еще турельки останется, надо будет тоже забрать. Турельки, а как же я про вас и забыл. В это вес добавить нехило. Подобрать. Сколько в тебе веса? А, нет, нифига веса нету в тебе, можно так сказать. Патроны больше весят. И подобрать. Вот. Собственно, я все закрою. Генератор оставлю включенным. Пусть чай будет. Вот, это для того, чтобы создавался эффект присутствия. Пускай будет. Если попытаются зарейдить, то пускай они сильно огорчатся. И может рейдить никого больше не будут. Да, я, может быть, я и злой, но. О! Луч как раз приземляется там, где мне нужно. Замечательно. Так, сейчас я на птере перемещусь туда. Так, мне еще нужно 5, 3, плюс 1. Короче, еще 10 слотов, да? Ну, я думаю, хватит. Я думаю, там будет 10 слотов от динозавров. Ё-моё, еще далековато. Да, он еще только приземляется. Я думаю, 10 слотов будет под Дино. То есть 5 дилофазавров, 3 додохи, трайк и птер. Я их туда загружу. И там и, врать не буду, но мне кажется, что там 20 слотов. Сейчас уже точно узнаем. Вот, и, собственно, загружу в луч. Ну и будем уже пытаться что-то делать. Будем уже пытаться что-то делать. Если я сегодня ничего не буду делать, то я буду делать это все уже завтра. Потому что я все равно своего персонажа уже сегодня выгружу. Все динозавров выгружу. То есть все свои вещи. С вещами на выход я уже выйду. Вот, так сказать, за дверь-то выйду, но в другой дом я еще не зайду. Так сказать, на другой сервер. Хотя бы так. Динозавры 24 часа хранятся. Завтра просто экстерном. После работы буду бежать и заходить в игру и экстерном начинать серию записывать. То есть выгрузка, постройка и так далее. Все это будет, если не сегодня. Просто думаю, сегодня у меня времени не получится. По времени просто элементарно не получится. Ну, как говорится, 24 часа у меня есть, так что надеюсь, все получится. А если не получится, ну, к сожалению, они у меня все исчезнут. А может, и к счастью, не буду мучиться. С угрызением совести, если у меня не помрут. Так, опять кожаный сет. Что-то не написано, сколько существ. Осучи мне вот это вот списочек только и все. Да-да-да, в нем все равно ничего нету. Блин, тогда мне придется несколько заходов делать просто. Вот, еще раз можете посмотреть, что да когда где.
А я запомню 22 часа и путешествие на другой сервер. Ну, давайте смотреть, как я сейчас сдохну. Так, вроде очухался. Вроде все еще жив. Замечательно. Жив, это уже хорошо. Встречает меня дождь и пониженный FPS. Да уж, на сервере сейчас 50 человек играет, и это чутка даже фигово. О, додик. Додик 15 левела. А, черт, я подумал, что где-то сейчас там это дракоша рыгнул. А, дракоша, ну, в смысле, это гига, блин, динозавр. А, в общем, спросил, у них вообще есть смысл или нет к ним перемещаться, а то может они вообще уже их рыданули и решили больше тут уже не развиваться и так далее. Вот, тогда я просто сделаю все проще и скажу, чуваки, идите на мой сервер. Вот, идите на мой сервер и там развивайтесь в моем домике. Приму их в трайб и перекину на них лидерство. Они переименуются и все. Ой. Блин. Как же ж они, то есть, заплутали так, что туда добрались, куда они забрались. Блин, это же далековато они забрались, однако. Ну, да, и ладно. Это как бы не проблема найти их. Самое главное сейчас пожрать собрать. Потому что что-то я не додумался, что надо пожрать с собой взять и... А, вот я лошара, ей-богу. О, пожрать хотел. Да хорош, странные камни свои собирать, дебил. Кстати, поскольку собираешь... По два, да, на рейты стандартные. Кстати, да, обратно вернули камни по два собирать, я не знаю, чё к чему. Было вот это по одному то, что собиралось, но сейчас обратно все на месте, это хорошо. Это просто здорово. И это хорошо. Блин, камни-то дофига реально, просто можно тупо руками собрать все, что нужно, так сказать, на первоначальные эти ресурсы. Точнее, на первоначальное оружие и так далее. Так, арбалетик. Сразу же в руки взять. Надо было парашют взять хотя бы. Что-то я затупил. Надо было хотя бы парашют взять, ебогу. Какие-то инструменты взять, типа топор кирка. Потому что я уже добрался до места, где ящики спавнятся, а у меня нечем их ломать. Ну, желтые ящики. Ну, вы знаете эти ящики. Твою мать, а! Даже как-то не сомневался, что я сдохну от именно от турели. Ну ладно, туда все равно бежать нет смысла. А я сейчас попробую посмотреть по видосикам, где они там вообще находятся. И как они туда добрались, блин. Ладно. В общем, я попытался добежать до их базы. Я добежал до их базы. Но там у них уже стоит турель. Вот, им подписчики помогли. Стоит турель. И она меня убивает. Вот. Суть дела в чем? Их, кстати, зарейдили, да. Их зарейдили. Турель стоит со стороны входа, а их зарейдили со стороны жопы, можно так сказать. То есть сзади их взяли, зарейдили и нормально все. Даже как-то смешно это все дело выглядит. Вот, суть дела в чем? Я пока что еще не знаю, что будет, как будет и так далее. Я сегодня еще подумаю, что можно придумать. То есть кому-то передам я все это. Все вот это вот, или же сделаю так, чтобы это все исчезло, просто-напросто исчезло. То есть не помирали, а исчезли. Ну, вы поняли, да? Загружу их в луч и как бы они исчезнут. Вот, посмотрим, я не знаю пока что еще. Завтра я уже точно решу, буду ли я продолжать сезон по Ark Survival World на выживалке. Вот, в общем, я думаю, в тот момент, когда вы будете смотреть эту серию, я уже более или менее буду знать, продолжаю ли я сезон по выживалке или же нет. Вот, если я не буду продолжать, то я буду, наверное, либо стримить каждый день, либо снимать, наверное, буду стримить, именно чисто стримить Dark and Light. Вот, я хочу отдохнуть все-таки от Арка. Если ничего не изменится, то я буду отдыхать от Арка.
Надеюсь, вы никуда не разбежитесь и будете продолжать смотреть мои выпуски. Сколько это будет длиться, не знаю, долго ли, коротко ли, но потом я обязательно вернусь в Арк, но уже на модифицированные сервера, на более большие рейды. К примеру, 5-10x, примерно так вот. Больше не вижу смысла. Вот, примерно 5-10x я рейды вернусь, и, собственно, там уже и будем развиваться. Как вариант, буду выбирать также PvP-сервер. Вот, чтобы именно играть на PvP, чтобы реализовать те идеи, которые у меня сейчас появились во время этой выживалки. Фух. Ну, а на этом уже на сегодня точно все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Да, всем спасибо. Блин, меня прикалывают эмоции. В общем, всем спасибо за просмотр. Не знаю, последние серии такие какие-то тухлые, да, были. Ну, блин, ну какие есть. Потому что, честно, я уже устал именно... знаете, от чего я больше всего устал? Вот видите вон ту кормушку? Я уже устал в нее мясо закидывать постоянно. Мне задолбало вот это вот стак мяса 20, и он портится за полдня. Мне приходится с утра заходить в игру, закидывать мясо. Вечером заходить в игру, закидывать мясо. И постоянно держать мясо. Был бы стак сотка, вообще был бы кайф, и я бы, знаете, меньше бы устал от этой игры. Но разработчики решили, что мяса должно быть стак 20. Такие вот дела. Поэтому я по большей части устал. В соло играть тяжело. В соло играть очень тяжело. Не в плане добыть, не в плане притомить, а в плане выживать в целом. Собственно, вот такие вот даже мелочи, как кормушка, меня очень сильно выбешивают. Ну, да и ладно. Насчет наборов трайп я еще пока до сих пор не знаю. Наборов в команду тоже до сих пор не знаю. Возможно. Пока что просто еще не было таких людей, которых прям так вот, прям вот, все. Ты играешь постоянно со мной. Честно, вот, пока что не было. Кто-то что-то делает не так, и тем самым я поэтому до сих пор же никого не принял к себе в трайб. Вот. Такие вот дела. Ну, в общем, народ, на этом уже точно все. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Как говорится, не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать, ну и, конечно же, делиться моими видео со своими друзьями. На этом все. Всем удачи, всем пока, всем счастливого добра, всем пока.